Приветствую вас. Я думаю, что вопрос о том, как вести себя вам после таких разговоров, не совсем актуален, я бы сказал. На мой взгляд, куда более актуальным является вопрос о том, почему вас задело то, что говорят люди. Почему вас задело то, что вот, например, сказали, что вы, ну, придумали себе, да, болячку, чтобы, соответственно, не работать из-за хорошей погоды. То есть это вопрос к вам. Это вопрос именно к вам. Это вопрос именно к вам, это вопрос именно к тому, чего хотите вы, это вопрос именно к тому, что вы о себе думаете, как вы о себе думаете, то есть, ну, какие у вас, то есть представления о себе, насколько они устойчивы и так далее. Вот. Ну, я думаю, что не менее важным моментом является то, что вы ждете от людей, ну, то есть от своих коллег. То есть, если вы ждете от своих коллег, к примеру, какого-то одобрения, например, да, если вы ждете от коллег того, что они будут одобрять вас, если вы хотите, чтобы коллеги относились к вам хорошо, если для вас вот важна вот эта вот история, чтобы между вами и коллегами все было хорошо, то это вопрос о том, насколько значима для вас работа, насколько вы ограничиваете свои, грубо говоря, деловые качества, свои рабочие качества и личностные. Вот. То есть, если вы на свой счет принимаете то, что говорят про вас люди, если вам больно, если вас задевает это, то, вероятно, вас, ну, не настолько устойчивые представления о себе, и, вероятно, для вас важно, чтобы люди думали хорошо. Опять же, о вас. Хотя, по большому счету, люди могут думать все, что угодно, и вас при устойчивой самооценке, при наличии устойчивой самооценки, вас это беспокоит, ну, не должно никак. Раз беспокоит, значит, речь идет именно о том, о чем я сказал. Это первое. Второе. И это тоже очень важный момент, это то, что вы сами себе оказали медвежью услугу. Как? Тем, что никогда не брали отпуск, никогда не болели. Люди привыкли к тому, что вы всегда на рабочем месте. И для людей
тот факт, что вы все время на рабочем месте, стал обыденным, обычным. Про такие обстоятельства говорят, ну он или она никогда не берут отпуск, и он или она никогда не отдыхают, и так далее. Вы это сделали. И обычно нормальная ситуация стала исключительной для людей, ну, с которыми вы работаете. Они просто оказались к этому не готовы. Они просто оказались не готовы к тому, что вы внезапно можете взять отпуск. Если бы вы брали регулярно отпуск, люди бы к этому привыкли, и никаких вопросов бы это не вызывало. Ну а поскольку это скорее нонсенс, это скорее исключение из правил, то вот такая, к сожалению, ситуация. Я, конечно, не знаю, насколько вы были близки с людьми, с которыми работаете. Не могу знать, насколько вы были близки. Но на будущее вам все-таки нужно более активно защищать свои интересы, делать что-то для себя почаще, чтобы люди к этому привыкали. По поводу вашего вопроса, как себя вести после таких разговоров, я бы сказал следующее. Для начала определите целью, то есть как себя вести, чтобы что. Это первое. Второй момент. Это какие вас, вот лично вас, обуревают чувства. Что это за чувства? Что они, чувства, из себя представляют? Как, если можно, то конкретнее. То есть я думаю, что тонкость не в том, чтобы вам
решить для себя, как вести себя же и что делать. А тонкость в том, чтобы разобраться со своими эмоциями, со своими чувствами, чтобы понять, что и почему вы ощущаете. Разобравшись с ними и адекватно выразив их, я имею в виду свои чувства, адекватно выразив, вы могли бы достаточно легко обеспечить, скажем так, себе то самое естественное поведение, которое и станет продолжением вашего «я». Только так и никак иначе, никак по-другому. Сейчас, судя по тому, что вы говорите, вы хотите вести себя каким-то образом не совсем естественным. Сейчас вы хотите вести себя как-то не так. С одной стороны, с другой стороны, есть обида на этих людей, есть притязание к этим людям, есть какой-то негатив к этим людям из-за того, что вот они так себя с вами повели, так отреагировали на вот то, что вы взяли себе выходной. И я полагаю, что с этим нужно в первую очередь работать. В первую очередь нужно работать с ожиданиями. И с тем, что вам эти ожидания дают. Ну или что вам нужно в контексте ожиданий, да? То есть там зачастую всего достаточно просто, но лучше, конечно, разобраться. Лучше, конечно, разобраться с этим, да, рассмотреть этот момент максимально подробно. Потому что все-таки момент важный, вас это задело, вот, и так далее. Ну, зачастую это свидетельствует о том, что человек, не обязательно вы, но зачастую это свидетельствует о том, что человек недостаточно эмоционально самостоятелен, то, что человеку важно одобрение, мнение других людей, вот. Так что, я думаю, вот именно внешне, если мы говорим сейчас, работать вам желательно именно в таких направлениях. Вот, ну, соответственно, что дальше будет, как дальше будет, я думаю, что уже будет видно. То есть, при, условно говоря, дальнейшем анализе будет понятно, что вам нужно, да, и ну, в какую сторону можно будет с вами двигаться, то есть куда двигаться дальше будем. Вот, но пока что, на мой взгляд, история выглядит именно вот таким образом, и, в общем-то, имеет в своей основе некую вашу все же неустойчивость, некую вашу все же уязвимость по отношению к людям, которые, грубо говоря, вас окружают. Вот. И
Соответственно, в этом направлении я и предлагаю вам по работе. Я предлагаю вам в этом направлении по двигаться и посмотреть, что мы там интересного найдем, да? То есть вот что интересного мы сможем увидеть при анализе, условно говоря, ваших переживаний, при анализе ваших ожиданий, и тогда уже решим, что делать дальше. Что и как делать дальше. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи, и я надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.